Тем временем американский Белый дом сообщает о новых контактах вице-президента США Джо Байдена с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Как сказано, Байден в двух раздельных телефонных разговорах поздравил собеседников с двухлетием смены власти на Украине, добавив, что вдохновлен прогрессом Украины. Вице-президент США, сказавший в декабре, что провел, наверное, больше 1000 часов в разговорах с Петром Порошенко, верен себе и президенту Украины. За последние два дня это как минимум второй сеанс связи между Киевом и Вашингтоном, а за неделю уже четвертый, подсчитали журналисты.